что такое для меня отдых. Это очень важная часть моей жизни, и это большая работа, которая требует много сил. Человек, если хочет быть успешным, должен сделать для себя выбор, будет ли он эффективен короткое время, на короткой дистанции, и потом потеряет свои жизненные силы и интерес к результатам работы, или он будет эффективен долгие годы, но при этом он должен уметь правильно отдыхать. А что же такое правильный отдых? Это прежде всего активный отдых, который требует приложения больших сил. Поэтому, работая, мы не должны уставать до такой степени, чтобы у нас не оставалось сил на отдых. Во время дня, рабочего дня, нужно обязательно делать передышки на отдых, для того, чтобы радостно приступить к отдыху после работы и восстановить свои силы к следующему рабочему дню. Вот по этим принципам я уже живу несколько лет, и результаты, поверьте мне, прекрасные.